Привет, друзья, с вами канал Жека. Друзья, привет, с вами канал Жека. Горло приболело, голос у меня грубый, наверное. Дождик на улице, тучи. Народ такой на лавочке сидит, гуляет. Вон, ведутка с палочкой идет тоже, прогуливается. Хотя на улице, на небе, вернее, он уже дождик капает. А что я хотел поснимать, хотел я вам показать, сколько вот здесь уток сегодня. Я просто сам в шоке, сколько их много. Так, ладно, давайте я хлеб. Я хлеб купил, короче, кормить уток. Сейчас достану. Взял такой белый хлеб. Смотрите, я хочу показать вам, сколько их на мостике, друзья. Сейчас на мостик давайте пройдемся вместе с вами. Я, вернее, пройдусь. Привет, друзья, с вами канал Жека. Друзья, привет, с вами канал Жека. И сейчас я нахожусь на лавочке, как вы можете заметить. Я что-то горло приболело, голос у меня грубый, наверное. Дождик на улице, тучи. Народ такой на лавочке сидит, гуляет. Вон, ведутка с палочкой идет тоже. Прогуливается, хотя на улице, на небе, вернее, он уже дождик капает. А что я хотел поснимать, хотел я вам показать, сколько вот здесь уток сегодня. Я просто сам в шоке, сколько их много. Смотрите, сколько уток, друзья. Так, ладно, давайте я хлеб. Я хлеб купил, короче, кормить уток. Сейчас достану. Взял такой белый хлеб. Его откроем. Откормим уток, друзья. Ну, я взял не нарезной, а целый кусок, батон белого хлеба. Тут белый хлеб. Блин. Надо камеру нормально убрать, чтобы автофокусировка была. Настало уже пальцем щелкать. Такой, друзья, я взял белый хлеб, думаю, видно, кусковой, короче. Вот такой вот белый хлеб, друзья, целый батон для уточек. Сегодня что-то их реально много. Вот, фокусировались. Давайте их покормим. Будут они есть или нет. Я им кинул хлеб, смотрите, смотрите. О, пир пошел. Пиршество. Столько их много. Можно прям руками ловить. Даже бегать за ними не надо. Плавать, вернее. А прям сразу можно их. Давайте еще покормим. Смотрите, я хочу показать вам, сколько их на мостике, друзья. Сейчас на мостик давайте пройдемся вместе с вами. Я, вернее, пройдусь. Друзья, давайте я на мостик пройдусь сюда. Так, давайте их. Вдруг они, наверное, навряд ли будут есть. Давайте, конечно, попробуем прикормить. Вон одна самая жадная схватила кусок и не хочет им делиться с другими своими сородичами, друзья. А дикие утки — это район Балашихи. От Балашихи недалеко совсем. Может быть, полчаса езды. Поселок Свердловский, Щелковский район. Тут новостройки. Я не знаю, вам будет видно. Вот такие вот новостройки. Озеро. Здесь я уже снимал как-то. Но у меня... Я ездил на вахту, и у меня украли мой телефон и все кадры. Одна сволочь. Один урод потер. Вот, и... Я так и не смог смонтировать для вас, но сегодня вообще мне повезло, все-таки боженька меня любит, я еще раз повторюсь. Давайте их покормим. Смотрите, смотрите, друзья, как они жадно едят. Хлеб. Извиняюсь, если немного камера дрожит, это у меня руки дрожат от волнения. Так, рядом с ногами покидаю, вас милиция или нет.
наберутся они наглости подойти ко мне ближе, вот рядом с ногами. Друзья рядом с ногами, я покидаю. Лев. Осмелятся они. Да, смотрите. Будут они убегать или нет. Смотрите. Где еще, друзья, вот такие кадры, как и на канале Жеки, увидеть. Смотрите, сколько уток вокруг. Давайте тех покормим тоже, чтобы им не было обидно. Вот, видите, как они отмеряют. Только самая такая наглая. Будет она у меня, интересно, суки есть или нет. Смотрите. Сейчас я попробую суки покормить. Я думаю, голод возьмет вверх. И они как бы подойдут поближе, и мы их покормим. Ну-ка, утки, утки. Вот, сфокусировал. Не, они что-то убегают, ну-ка поближе кинем. Боятся подходить. Но очень осторожные птицы. Хоть и глупые, но очень осторожные, друзья. Глупые, повторюсь, но очень осторожные. Ну давай. А, аж провалилась, видишь, теперь. Прям как человек. Жадность. Пай разгубила. Но она, видите, все-таки умная. Не хочет подходить. Хотя, друзья, я ей ничего. Ничего плохого сделать не хочу. А наоборот, покормить. Смотрите, их как много. Давайте возьмем еще хлеба. Друзья, друзья, поэтому заходим на канал, кто впервые, подписываемся, нажимаем колокольчик и ставим лайки, вот такие вот жирные. Не забываем, друзья, рассказывать о видео, делать репост. И также под видео будет ссылочка на донат, ссылочка на донат или номера электронных кошельков, куда вы можете перевести какую-то часть денег, которых вам не жалко. Там 10 рублей, 100 рублей, кто-то может 1000. Вот, для поддержания, друзья, канала, чтобы я почаще для вас снимал интересные видеоролики, чтобы у меня желание не пропадало. Ну и для поддержания своего живота, потому что у меня вот сегодня выходной, а я выбрался снимать для вас такие интересные видеоролики. Друзья, давайте я все-таки возьму кусок хлеба, батон белого. Пойдемте поближе, они вон куда-то уплыли, ведь ротировались. О, друзья, давайте я возьму хлеб. Друзья, солнца нет, но небо яркое, светит в глаза, хотя тучи на небе. Давайте я хлеб возьму, белый, нарезной, и пойдем покормим уток с вами вместе. Индусы достали, вон идут что-то на своем языке. Блин, прибивает мне всю запись. Жесть, люди такие некультурные, вроде иностранцы, и тут видят, что я снимаю, и орут на всю глотку. Это что же, это какая-то жесть. Впервые вижу таких некультурных, невоспитанных иностранцев. Вот, пишите в комментариях, если вы тоже видели таких дикарей. Так, давайте все-таки попробуем покормить наших с вами, друзья, уток. Вот я на мостике еще раз. Еще раз, друзья, специально для вас я туда войду, чтобы их покормить, чтобы посмотрели, со мной вместе порадовались. Ну, со мной вместе покормили этих вот диких птиц, друзья, которые каким-то образом постоянно уже все больше и больше в Московской области. Повторюсь, я на Балашихе нахожусь, вот, и что-то слишком много для этих мест. Друзья, давайте смотрите. Сейчас будет как пираньи будет наплыв. Вот. Друзья, давайте покормим наших уток. Еще я их назвал, я им дал прозвище, друзья, пираньи. Они как жадные, как пираньи, на мясо, а не на хлеб. Смотрите, сзади меня они окружают, лишь бы на меня не накинулись, поскольку у меня, видите, булка в руках. Вот, надеюсь, они будут ее есть, меня не тронут. Ладно, юмор на потом оставлю. Давайте их покормим. Кстати, дождик, видите, надеюсь, я не вымокну до трусов. Вот. И мы с вами спокойно найдем домой. Ну, я, вернее, пойду домой, а вы, наверное,
будет смотреть какой-то другой видеоролик другого видеоблогера, друзья. А пока такой вот лайк ставим жирный, повторюсь, жмем обязательно колокольчик, если вы уже подписаны. Если не подписаны, подписываемся и нажимаем колокольчик. Ну и ставим какой-нибудь интересный комментарий для продвижения этого видеоролика. Мне ваш комментарий, друзья, очень поможет. И вам скажу заранее авансом спасибо, что вы все-таки подписались, нажали колокольчик и оставили комментарий. Давайте кормить уток. Друзья, давайте покормим наших с вами уток, пираний. Блин, неудобно. Дождик, плюс еще у меня в руке болтается пакет с хлебом. Сейчас они подерутся. Видите, жадные, как пираньи, друзья. Давайте покормим. Оп. Смотрите, как они жадно. Видите, сколько их много. Они уже оттуда подплывают. Давайте я покормлю. Не могу уже в руке держать этот хлеб. У меня уже затекла, друзья, рука. Мне и телефон, и хлеб держать. Давайте я так покормлю, покидаю. Так вот сделаем. Пау. Смотрите их как много. Знаете, какая жадная она схватила и поплыла. Бывает как это, как катер других своих сородичей. О, видите, какие они жадные. Друзья, у меня один есть видеоролик, жадные белки называется, про белок. Надо было еще вот этот назвать, жадные утки. Я на него сделаю ссылочку, подсказочку. Ближе к концу этого видеоролика вы сможете нажать на иконку, которая появится в видео, и перейдете на этот ролик. Вот они, эти невоспитанные иностранцы, идут. Давайте, друзья, давайте попробуем, может быть, кинем поближе, а потом на мостик, может, они на мостик подплывут. Смотрите. Так, да. Они вроде бы довольно голодные. Давайте на мостик кинем. Жадно. Друзья, ну я думаю, все-таки я заслужил лайк. Хоть какой-нибудь маленький, но лайк. Все-таки думаю, что, видите, кстати, это не реклама. У меня батон «Красная цена». Я не стал тратить на дорогой батон белого хлеба. Взял подешевле, чтобы... Вот, видите, они и недорогой хлеб для них вполне, друзья. Вкусный, съедобный, как я понял, им пофигу, лишь бы хлеб был. Какой он, сколько он стоит, это не люди. Утки на ценники не любуются в магазине, не плавают, ни о чем не думают. Видите, какая тут борьба. Все, давайте. Блин, надо было два, друзья, батона брать. Два батона хлеба белого. Я что-то стормозил. Видите, как. Друзья, я стормозил и купил. Видите, какая маленькая. С Микки Маусом купил. Купил совсем недавно. Люблю такие штуки. Интересные вещи. Вал Дисней. Все детство обожал смотреть. И вот решил окунуться в детство. Одев эту майку, друзья. Такая майка, видите, какая майка. Интересная, думаю, ее видно. Сейчас сам себя снимаю, оператора нет. С Микки Маусом. Вот. Наверное, я сегодня тоже как Микки Маус, который кормит уток, друзья. Кто смотрел «Утиные истории»? Мультик такой есть. Друзья, давайте покормим. Вот.
Смотрите, как много я хочу вам показать. Как пираньи, которые на кусок окровавленного мяса сплываются, чтобы отхватить свой кусок, друзья. Смотрите, их как много. Видите, друзья, какая красота. Смотрите, друзья, как красиво. И сколько здесь много уток. Поэтому ставьте вот такой, друзья, жирный, прижирный лайк обязательно. И подписывайтесь, кто еще не подписан. Тогда я буду все такие вот интересные моменты из своей жизни для вас выкладывать, снимать. Знать, что вам интересно. Так. Давайте я докормлю. Смотрите, как их много. Давайте поближе сюда покидаю. Друзья, я поближе покидаю хлеб. Хлебные куски, крошки, чтобы они... чтобы крупным планом для вас снимать. Блин, селфи-палки даже нет, друзья. Никак не могу накопить денег. Неудобно так от руки. Я хоть и снимаю уже роликов, наверное, 100 снял от руки, но все равно не очень удобно, друзья, снимать. Видите, как их здесь. Мечта, наверное, любого охотника, который любит на уток поохотиться. Так вот, сейчас, друзья, сфокусирую. Так вот, друзья, сейчас фокус поймаю. Так вот. Пау. Наверное, мечта любого охотника, друзья. Вон, смотрите, тоже их кормят. Смотрите. Их прям много так, впервые вижу столько уток вообще. До этого столько их не было. Что-то прям как пираньи, кидаешь им хлеб. Смотрите, друзья, как их много. Их кто-то, наверное, хлеб повкуснее принес. Кто-то их... Пойдемте с мостика. Пойдемте, друзья, с мостика туда. Покормим. Смотрите, как много. И голубь. Видите, там остались хлебные крошки. Я его прогнал. Он сейчас вернется. Здесь как много. Друзья. Уток. А что-то с рук они вообще не едят. С рук вообще не едят. Ну да, они боятся еще. Друзья, в том году я слышал, вернее видел, как они... Я, правда, стормозил, не поснимал, ступил. Как они... Вон ушел молодой человек, который кормил. Вот кто-то встал на мостик. Тоже, наверное, покормить или полюбоваться. Давайте покормим. Какая баталия, сражение за кусок хлеба. Давайте соберу остатки роскоши. Попробую. На мостик мы уже не пойдем. Попробую покормить их здесь, на берегу. Надо взять рюкзак мой, чтобы его
забрал мой рюкзак. Пойдемте кормить эти голуби. Люди не очень общительны. Что? Давайте здесь покормим. Если получится. Материал сегодня сам, друзья, ко мне в руки пришел. Смотрите, какая красота. Красиво люди стоят. И утки. Давайте мусор. Мусор не будем оставлять, если тебя берем в карман. Ну и мусорим. Воспитанные люди, друзья, также вас призываю. Друзья, также призываю вас. Не мусорите, тогда Боженька будет вам добр, как и ко мне сегодня. Материал сам приплыл ко мне, как эти утки, друзья, в руки. Вот, у меня получится поснимать для вас интересные кадры. Может, даже сегодня помонтирую, у меня сегодня выходной, воскресенье. 1 августа, кстати, первый день последнего месяца лета. Я для вас снимаю вот этих вот замечательных птиц. Хотел сказать животных, но животных птиц. Давайте покормим. Вот, смотрите, опа. Друзья, я прям кайф ловлю от кормления. Докормим. Так, заберем мусор, чтобы мои слова были не просто, друзья, словами. Так, и давайте. Мне неудобно, но ладно. Держать одной рукой хлеб, камеру телефона, еще кормить этих вот пернатых, друзья. Очень неудобно. Одной рукой. Давайте поближе. Чтобы получше рассмотрели этих пернатых. Давайте сюда поближе покидаю. Я тоже хитрый. Не пальцем сделаны, друзья. Мы с вами не пальцем сделаны. И поближе, поближе. Они, видите, боятся. Но все равно свое возьмем, как говорится. Хочу поближе для вас снимать красоту, друзья. С рук они явно у меня есть не будут. Вы сами видели, они с мостика поспрыгивали. Но думаю, так не откажутся. От лишнего куска хлеба. Вон голуби сзади пытаются меня атаковать. Подкрадываются со спины. Смотрите, смотрите. Одна утка схватила кусок хлеба, а другая за ней. Уже другие, видите, как пытаются отнять. Давайте ее немного так это отвлечем. Тех уток, которые за ней гнались. Вот тут голубь доклевывает остатки. Хлебные крошки, вернее. Видите, сколько. Сколько, друзья, уток. Просто наступит зима, озеро покроется твердой, толстой коркой льда, и уже мы так с вами не сможем покормить этих уток. Можно будет нажать на play, включить этот видеоролик, друзья, на который, я знаю, вы поставите вот такой вот жирный лайк и пару интересных комментариев, потому что будет много лайков и комментариев. Ну и обязательно подпишитесь на канал, кто не подписан. И насладимся зимой, летом, кормлением уток. Давайте еще гибель. Смотрите, какая красота, друзья. И, наверное, так близко их еще не снимал для вас. Thank you.
Так, давайте сюда. Видите, какие они. Друзья, больше хлеба нет. Давайте будем прощаться. Поэтому, друзья, жду от вас вот таких ученых лайков, комментариев. Ну и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимаем на колокольчик, бьем колокольчик. Вот, а мне пора, пойду я отдыхать домой, завтра на работу мне. Вам желаю тоже хороших выходных. Пока. Давайте, друзья.